8 мая 1945 года в предместье Берлина в 22 часа 43 минуты по центральноевропейскому времени был подписан акт о капитуляции Германии. Советское правительство не случайно выбрало Берлин местом подписания. Было справедливо, что безоговорочная капитуляция должна быть подписана в поверженной столице фашистского государства. Здесь фашисты должны были признать свое полное поражение в войне за мировое господство. Принятие капитуляции Германии советское правительство поручило маршалу Жукову. До победы оставался один день.